уважаемые харьковчане, гости города Харькова, также юные железнодорожники, родители. Я хочу сегодня искренне вас поздравить с праздником. Сегодня мы 77-й раз открываем детскую железную дорогу. Сегодня открывается рух движения. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в этой подготовке к этому празднику. Хочу выразить слова благодарности педагогам, которые сегодня воспитывают нашу молодежь, потому что с первых дней прибытия детей сюда на обучение они получают профессионализм и готовятся уже к будущей своей профессии. Пожелаю всем здоровья, светлых дней, праздника, веселого настроения и всего самого доброго. Божьей благодати, ангела-хранителя на долгие годы. С праздником вас! Дякую вам, шановний Миколо Григоровичу. Я начала увлекаться железной дорогой, когда мы поехали на море на поезде. Вот. Ну и с этого момента я уже учусь здесь. Недавно сдал экзамен на помощника машиниста. Могу управлять двумя тепловозами, Ту-2054 и Ту-7-398. Не сложно, всего лишь надо знать регламент и составляющие тепловоза. Наши инструктора, они подсказывают, что делать, если не знают, что делать, и учат нас. Я хочу стать машинистом пассажирского поезда. Ну вот мой друг Илюша, иди сюда. Вот. Здравствуйте. Тоже на железной дороге? Да. Вот также мой друг Захар. Поздоровайся. Вот. Он меня обучал много чему. Ага. Вот. За это ему спасибо. Мой друг Подоро меня пригласил сюда, и с тех пор я тут прижился. Самое сложное, что я считаю, это освоиться на той профессии, которая, ну, первый раз. Одна из самых ответственных, хотя, ну, не так уж трудно, если, конечно, знать, ну, не только регламент, но и параметры локомотива, правила технической эксплуатации, сигнализацию и так далее. Каждый человек, который здесь хоть раз бывал, мечтает связать свою судьбу с железной дорогой. Не только с наземной, но и с подземной железной дорогой. Со мной еще, ну, взрослый инструктор стоит, а так, ну, моя должность заключается в инструктировании более молодых коллег. Шановні харків'яни та гості нашого міста, у цей святковий день ми раді вітати вас на дитячій залізниці «Мала Південна». Наш поїзд вирушає від станції «Парк» у казкову подорож лісопарком. Час подорожі – 10 хвилин. Прохання не вставати зі своїх місць, а маленьких дітей тримати на руках. Бажаємо вам приємної подорожі! Проживал с одной мамой, поэтому пришлось учиться в интернате, школа интернат номер 12 на Немышле. И ежедневно паровозы, тогда паровозы, водили составы железнодорожные с тракторами на тракторный завод, мимо проезжали. У нас был сигнал светофора. Часто приходилось им останавливаться, и в свободное время я подбегал к машинистам, короче, заболел. Это свидетельство машиниста 1969 года, а это документ, удостоверяющий то, что я не почетный, а юный железнодорожник. Железная дорога не бывает для меня, по крайней мере, в таких ракурсах негативных. Поэтому позитив, что сегодня, что сейчас. Станції «Лісопарк». Час зупинки на станції складає 10 хвилин. Прохання не ставати зі своїх місць до повної зупинки поїзда. Що такое детская дорога? Пароста
еще платформы, несколько вагонов и пара тепловозов, строгая подтянутая форма. Несколько вагонов и пара тепловозов, строгая подтянутая форма. Желтым флажком проводник нам махнет, а сигналист белый диск повернет. Щелкнет контроллер и вздрогнут чуть-чуть, поезд отправится в путь. Я летом всегда дома сидела, мне предложили, ну не хочешь поработать, увидеть что-то новое, посмотреть, как, что устроено. Ну, я согласилась, и мы решили с мамой все. Наверное, самое интересное, когда ты катаешь маленьких деток, это самое милое. Решили попробовать, как это быть проводниками и ревизорами вагона. Хочется новых перспектив. Это еще не выученное, как бы, нами место. Мы захотели выучить проводника, ревизора и машиниста. Мы еще не сильно, но знаем, что там можно делать. Даже знаем, что там есть немножко. Может быть, каждое что-то по-своему сложное, каждое по-своему что-то иное. Какие профессии успели освоить? Начальник станции, парк, лесопарк, диктором, проводником, ревизором, стрелочником, многим. Железнодорожной нитью нас связала прочно. Здесь наш дом и все родные лица. Це така дуже відповідальна професія, бо в тебе під підпорядкуванням знаходяться станційні працівники, і ти відповідаєш за свою станцію. Якщо, як то кажуть, якщо щось крадуть, будеш винуватий ти. Треба відповідати, щоб на станції було чисто, щоб працівники були на своїх місцях, щоб вони дивилися за порядком на станції, адже це дуже важливо, бо якщо на станції буде коїтися безпорядок, це дуже небезпечно для безпеки руху, тому що якщо пасажири будуть порушувати правила технічної експлуатації на залізницях України, це може закінчитися дуже погано. Я вирішив піти на дитячу залізницю, тому що в мене дідусь був начальником матеріально-технічної служби Південної залізниці. Я вирішив обрати такий шлях залізничника. Саме складне – це те, що коли ти працюєш на посаді, ти відповідаєш за тих людей, які в тебе в вагоні, наприклад, чи на станції. Тому що треба за всіми вгледіти, щоб ніхто нічого не порушив, щоб ніхто нікуди не поліз туди, куди не можна. Таке часто буває, бо людям все цікаво, треба туди полізти. Я б хотів побажати міцного здоров'я, до того, щоб вони до нас ходили і приходили з усмішкою, і з такою ж усмішкою виходили від нас. Щоб вони про нас не забували і завжди з усмішкою поверталися до нас.